Антимонопольное подразделение Национальной комиссии по развитию и реформам КНР ведет антимонопольное расследование в отношении ряда западных автопроизводителей. По мнению чиновников, компании необосновательно завышают цены на местном рынке. Так, например, Mercedes-Benz C-класса стоит в Китае порядка 300 тысяч юаней. Но если покупать все детали отдельно, то автомобиль обойдется в 12 раз дороже. Китайское подразделение Mercedes-Benz отреагировало одним из первых. Сообщило о снижении цен на запчасти. С сентября цены упадут в среднем на 15%.